брошка тоже съемная, она там убирается, если что. Такая интересная моделька. Хорошая новая модель. Интересная, то одета, не знаю, как она там. Какая? Черная? Нет, а вот это такая усадка? Нет, это сарафан. Тебе нравится? Они юбки большие, я уже посмотрела. Отпусти, отпусти. Так она что, на толстенькие девочек или что? Нет, просто наша же маленькая, Юр, не забывай. На нее просто есть... Да, сейчас, ой, запоминать. Пускай что? Мама это... Я покажу, какие. На нее будут модельки. Вот такая вот узенькая есть она. Мы прицениваемся, ходим, смотрим. Как хочется, есть. Чтобы хватило на год хотя бы. Да, растут быстро. Ну, покружись. Можно уточку, можно водолки, и наряды разные будут. Все, остальное на месте, да, я сервирую. Ребятушки, еще раз всем приветики. Сейчас мы с Ангелушей будем делать обзор на школьную форму. У нас Ангелуша будущий первоклассник. Мы ей купили форму. Купили уже, кстати, давно, недели две назад. Ну, мы ездили в путешествие как бы по своей стране. Ну, как путешествие на 2 дня. Вы перед этим наши влоги видели. И решили мы снять обзор на ее форму. Да. В чем пойдем, мы еще не решили. Будем думать. Вместе с вами, кстати, вы нам подскажете, что было красивей. Потому что мы еще хотим все-таки купить, наверное, одну блузку. Мы думаем, вдруг будет сентябрь жаркий, чтобы ей не было жарко. Нужно купить такую коротенькую блузочку. Но мы еще думаем, у нас еще 2 недели впереди. Да. Эта неделя у нас холодная, мы тоже собирались уехать, но никуда не поедем, балдеем дома. Да, как всегда. Как всегда, жалко. Да. Мы, кстати, ваши видео смотрим с морем и так сильно вам завидуем, да. Что вы там, а мы здесь. Ну, не будем отчаяться, не будем загадывать, у нас еще намечается поездка на море, но это не 100% и, возможно, нет. Как там покажет время, потому что мы собирались улететь в Египет. Да. Но Египет тот отель, который мы присмотрели месяц назад, он тогда стоил 1100. Ага. А теперь мы хотели улететь, оказывается, он стоит 1700. Поэтому мы решили остаться на эти деньги дома и съездить, возможно, зимой улететь, потому что у меня еще есть 2 недели отпуска, и я могу его взять в любое время. Так что давайте вместе с... Ангелуша, что ты делаешь? Давайте вместе с нами смотреть, как красиво на моей Ангелушке смотрится школьная форма. Вот моя звездочка. Так, становись вот сюда. Вот такая у нее блузка. Она хэбэшка. Я специально покупала хэбэшку, чтобы ее тело дышало. Стой, доча ровненько, стой. Вот такая у нас красивая юбочка. Покажи свою юбочку, бочком поверни свой бантик. Вот. Вот такая у меня звезда. Это у нас первый наряд. Сейчас будет второй. Так, второй у нас наряд. Вот такой у нас второй. Он нам немножко большеват. Это был самый маленький размер блузки. Но хотя, мне кажется, она просто больше мерит. Потому что это идет, стой ровненько. Доченька, стой ровненько. На рост 128. Ну, мы такие, в принципе, вещи покупаем. Но рукав совсем какой-то длинноват. Надо будет его немножко подрезать. Потому что она у нас 122. И как раз то мы вещи берем на рост 128. Ну, она, наверное, просто... Алфавит. Да, алфавит изучает. Да, и тут батареюшки стоят. Давай учиться играть. Давай мерить с тобой третий наряд. Вот какая у нас красивая блузочка. И вот алфавит.
и наше школьное платье. Третий наш наряд. Вот такие у нас красивые одуванчики. Моделька вот этого года. Кстати, очень мы купили. Мам, так. Хотите, я вам что-то покажу? Подожди, Ангелуша, я хочу платье твое показать. А вот это вот у нас, кажется, папа, мам, я не могу. Хорошо, это моделька вот этого года. В том году таких моделек не было. Да, доченька? Угу. Была. Скажем папе, что это он поломал. Хорошо. Да? Потому что я обязательно не ломала, да? Обязательно, да. Вот какое. Я сюда не вожу куда-то у него еще, да? Да. Ну, мы снимаем вообще-то платье твое, а не папу нашего. Куда ты лазишь, а куда ты не лазишь. Так что, вот. А еще покажу сейчас вам, что мы еще ей купили. А подождите, я вам покажу сережечки, хорошо? Угу. Вот какие сережки. О, подожди, она не сфокусировалась. Вот какие сережечки, попугайчики, когда с ней вот сюда. И я могу с ними играть обязательно, а я там рисую там точечки. Там я нарисую на их яйцо девочки и там мальчик, потому что это я буду решать мальчик, и тут девочка. Красивая. И наоборот. Красивое платьишко. Так, еще мы ей купили в школу. Вот такие вот красивые колготочки. Две пары. Не знаю, в чем она пойдет на 1 сентября. Будем смотреть по погоде. Гольфики зайками. И купили вообще очень дешево в светофоре вот такие вот белые колготочки. Я не помню, сколько они стоят. Ну, вообще копейки. И еще купили вот такие вот розовые. Так что пойдет у нас Ангелуша полностью готовая к школе. Пишите, какой вам наряд понравился больше всего. В чем ей пойти на 1 сентября? Еще мы ей завяжем два хвостика и оденем красивые-прекрасивые. Нет, один. Один? Ты хочешь с одним? Ну, как она решит, так она и пойдет. Все-таки это будет ее день. И пойдем мы потом куда-то праздновать, да, котенок? Да. Пойдем куда-нибудь отметим. Все-таки мы, родители первоклашки, уже второй раз. Так приятно. Мы сами ждем это 1 сентября. Все, всем пока-пока.